1 сентября во время очередного послания народу Казахстана было объявлено, в стране пройдут выборы президента. Около двух месяцев кандидаты на этот пост боролись за симпатии избирателей. Всевозможные акции, встречи с населением и, конечно, предвыборные обещания. Их озвучили 6 кандидатов. Вот они представлены на стенде. Но граф в бюллетене 7. Можно проголосовать и против всех. Активно голосуют петропавловцы на 595-м участке в областном центре творчества детей и юношества. Традиционно первыми сюда приходят люди старшего поколения. За первые 3 часа работы пункта свой бюллетень в урну опустили 15% прикрепленного населения. Большой наплыв ожидают после обеда. В это время приходит молодежь. В нашем 595-м участке всего избирателей 1352. Из них один ветеран войны, 15 человек тружеников тыла, 9 человек у нас голосуют впервые, людей с ограниченными возможностями. 4 человека, для них приготовлено специальное место, где имеется аудио, видео, информация, которым они могут ознакомиться о кандидатах. И есть специальная у нас кабина для людей с ограниченными возможностями. Пандус, лифт, все работает. Оставить свой голос пришел и аким области Кумар Аксакалов. Он отмечает, в день выборов каждому североказахстанцу важно проявить политическую грамотность, гражданскую сознательность и проголосовать. Каждый из нас мечтает жить в свободном, экономически сильном государстве, а это возможно только лишь при активном участии в построении этого государства через активное участие в выборном процессе. Сегодня мы выбираем президента нашей страны, через некоторое время будут выборы в парламент и в маслихаты. Мы 2 года уже проводим выборы сельских акимов, через год будут акимы, выборы акимов районов. Вот во всех этих процессах нужно, чтобы люди не сидели, а активно участвовали. Тогда и все, о чем мы сегодня мечтаем, оно наступит намного раньше. Также на этом избирательном участке проголосовал и аким Петропавловска Руслан Анбаев. Я считаю, что каждый должен проявить свою гражданскую сознательность, проявить свою активную позицию, прийти на выборы и проголосовать, отдать свой голос за будущее Казахстана. Улучшение в социальной сфере, рост зарплат и пенсий. Этого от кандидата ждет Аманжол Нуртаев. Ему 75 лет. Говорит, впервые проголосовал в 18 лет. С тех пор не пропустил ни одни выборы, как и его супруга. В таком важном вопросе имеет значение голос каждого, считают Аманжол и Шарбан Нуртаевы. Сегодняшний день решит судьба, мы кому доверим руль нашей республики, будущего Казахстана. От этого много зависит. И надеемся, наши земляки не ошибутся в своих подборах кандидатов президента. Когда указ был президента провести неочередной выбор Республики Казахстан, мы это дело своим знакомым, близким, детям, соседям все объясняем. И это наш гражданский долг, надо дать. Большой семьей на выборы пришли Жуаны Шпаевы. Голосуют сегодня супруги и старший сын. Говорят, вопрос, пойти ли на выборы, даже не стоял. С программой кандидатов ознакомились, когда смотрели новости и дебаты. Пришли всей семьей. Младшая дочь тоже с нами. Мы показываем ей пример гражданской активности. От кандидата ждем честной и эффективной работы. Наша семья считает, что в первую очередь надо искоренить коррупцию в стране. Ну и как родитель, я, конечно, жду положительных изменений в образовании. Считаю, что в этом вопросе Казахстану есть куда расти. Активно в первой половине дня приходили на участок и впервые голосующие. Для каждого здесь подготовили памятный подарок. Мне 19 лет, я впервые пришла на выборы проголосовать за президента, потому что это долг каждого гражданина. А за всем происходящим на участке следят наблюдатели. Они контролируют процесс регистрации, выдачи бюллетеней и опускания их в урну. На участке не должно быть посторонних, никаких лишних контактов, а в кабинку можно заходить только по одному. Мы сегодня работаем с 6 часов утра. Видим, что соблюдается законность. Почему? Потому что любая выборная кампания происходит при участии наблюдателей. Если они отсутствуют, то легитимность данной кампании, она под вопросом. Естественно, сегодня мы что видим? Порядок. Избиратели активно приходят, принимают участие. Все везде, без всякой задержки. Я думаю, что выборы проходят на достаточно высоком организационном уровне. Из новшеств проголосовать могут и граждане без прописки. В Петропавловске работают 5 избирательных участков, где смогут на день оформить временную прописку, чтобы гражданин смог отдать голос за своего кандидата. После в этот же день человека выпишут. Агирим Хамзин, Александр Янсен, МТРК.